Привет! Сегодня мы нарисуем симпатичный образ в розовых оттенках в скетчбуке Fashion Vector Design. Нам потребуются простые карандаши, желательно твердый, мягкий или твердый мягкий. В принципе, любой подойдет, который у вас есть. Сами маркеры. Это не обязательно могут быть розовые оттенки, это могут быть красные, зеленые, синие, любые, которые вам нравятся. Черный карандаш и разного рода линеры. У меня черный и розовый. Давайте приступим.